К официальной информации по заболеванию COVID-19. Несмотря на небольшое суточное снижение уровня заболеваемости, обстановка с коронавирусом во Владимирской области остается непростой. Так, на 6 августа в регионе подтвержден 201 диагноз. На сегодняшний день общее количество заболевших по региону превысило 44 455 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в 17 муниципальных территориях области. Муром в антирейтинге по суточному приросту заболевших занимает 4-е место. Коронавирус диагностировали у 18 человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии в нашем городе составило 4779 жителей. Самый высокий по области суточный показатель прибавки заболеваемости отмечен во Владимире – плюс 54 зараженных. За прошедшие сутки в регионе скончались 6 пациентов с COVID-19, выздоровели 159 жителей.